Делегация Якутии во главе с Егором Борисовым начала свою работу на 3-м Восточном экономическом форуме с посещения молодежной презентационной площадки, которая собрала общественных активистов со всех регионов Дальнего Востока. Их финальное обсуждение началось с презентации представителей якутской молодежи Марины Карамзиной, посвященной новым механизмам поддержки ТОР. Выслушав выступление активистов, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев предложил создать молодежный общественный Совет Дальнего Востока. По мнению Егора Борисова, совместное сотрудничество молодежи дальневосточных регионов откроет новые возможности в подготовке кадров, а также позволит транслировать позитивные практики, которые имеются в республике, на весь Дальний Восток. Мы от Республики Саха-Якутия многие проекты предлагали, которые на сегодняшний день у нас на территории республики реализуются уже, да, есть положительный опыт, но другие регионы Дальнего Востока в этих проектах не участвуют, и мы предлагаем проецировать наш положительный опыт на участие, ну, как бы на другие регионы Дальнего Востока. То есть пригласили даже к себе многих участников молодежной площадки, да, чтобы участвовали, перенимали опыт. Мы выступаем там во всех площадках, участвуем. Я как глава муниципального образования принимал большее участие именно по ТОРам, по СПВ, именно работа с инвесторами, потому что как бы для меня это, как для главы муниципального образования, тоже важно, потому что мы сегодня понимаем, что без развития промышленности, да, развития муниципальных образований, это очень сложно и как бы невозможно, так скажем, даже, да, поэтому нам тоже надо заучаствовать и принимать в работе как бы с инвесторами активное участие очень.